Власти республики продолжают контролировать эпизоотическую ситуацию. Как в Чувашии выполняют план ветеринарно-профилактических мероприятий, сегодня обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сибирская язва, птичий грипп, африканская чума свиней, лейкоз, крупного рогатого скота. Вспышки этих вирусов уже наблюдаются в регионах страны. Эпизоотическую обстановку в республике пока называют благополучной. Но все же специалисты готовятся к любому исходу событий. С начала этого года в Чувашии проводят массовую вакцинацию животных. В республике ежегодно регистрируются бешенство, лейкоз, отдельные хозяйственные болезни и инвазионные болезни. Республика благополучна по таким заболеваниям, как сибирская язва, бруцеллез, туберкулез. За прошлый год выявлен один неблагополучный пункт по лейкозу, один по псевдомонозу, эмкару, по сальмонеллезу, по пастереллезу. На неблагополучные пункты и территории установлены ограничительные мероприятия. Утверждены конкретные комплексные планы по ликвидации и оздоровлению от болезней. Председатель Кабинета министров отметил, что благоприятную эпизоотическую обстановку в регионе необходимо удержать. Под пристальным контролем в республике находятся и охотничьи угодья. В муниципалитетах региона сформировали 39 территорий, на которых может вестись отстрел диких зверей и птиц. Но по закону это делают не все. Были введены запрет охоты на глухарей, барсуков, сурков в целях охраны их воспроизводства до 14 июля 2019 года. На всей территории республики и на кабанов, промысловых и любительских и спортивных целях на территории Алатырского, Порецких районов в связи с возникновением очагов африканской чумы свиней. По результатам контрольно-надзорных мероприятий в республике выявлено 399 нарушений, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе незаконной добычей 10 особей пернатой дичи, 8 пушных видов зверей и 13 копытных животных. За незаконную охоту более 350 человек поплатились штрафами. На троих завели уголовные дела. Наложен административный штраф на общую сумму 354 тысячи рублей, взыскано 280 тысяч рублей или 79%. Проверять охотничьи угодья в Минприроды республики намерены чаще. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.